Всем привет, ребят. Ну что, у нас утренний обеденный обзорчик акций. Я пропустил с утра немножко угадайку. Ну и акции не посмотрел. В общем, сейчас это все посмотрим. И посмотрим, кто угадал, сегодня не угадал. И ждите сегодня интересных, веселых тестов. Вчера вам записывал кучу видосов. В общем, поехали. Смотрим, что у нас есть. Интересного бардик за двадцатку, скин на бардика, спи неплохо. Так, понятно, дальше, понятно. Нифига себе, 100 баксов за половину, да вы что, издеваетесь? Единственное, что там 1 плюс 1, Мэри скин, вот это вот нормальный реально пак, крутой. За десятку, вот это бы шпроту. Ждите веселый видосик с победителями. Так, олени. Паки 95, Winter Cheer, Tower, Treasure, Flipping. Ничего такого интересного нету тут. Так, хрустальный. Без нового героя, с лисичкой. Ну, такое, честно говоря. Я ожидал все-таки, что что-то поменяется. Пиратище. Островок. Вчерашний островок. Жесть. О, билд-пак. Ребятушки, свершилось. Наконец-таки. К ним дошло. Сколько я уже им говорил. К ним дошло, что надо сделать 3, блядь. И нифига не поменяли. Просто, походу, добавили 3-й пункт. Ну, красавчики, что я могу сказать. Ну, поменяйте какие-то плюхи уже. Сделайте, блин, со скинами. Мне скины нужны. Алло, IGG. Просыпайтесь уже. Мне не хватает скинов. Сколько я могу сидеть тут на вот это вот все смотреть? Так, понятно. Ну, расходники такое. Ничего не поменялось, короче. Обычные хорошие расходники. 10-е эмблемы сразу же продаются. Там 9-е. Огненки. Ну, огненки это хорошо. Смотрим 3-е. Ну, я не знаю. Это, конечно, ржачно. За... 20 баксов? Да вы чё, офигели? 20 баксов вы собираете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120. И у вас тут на рынке, блин, на рынке у вас стоит за 20-ку 120 плюс Мэри, плюс эмблемы. Где, блядь, логика? Вот объясните мне, чем вы думаете, когда вы создаете эти акции? Это просто какой-то трэш, ребят. Я не знаю, ну, бред. Лист то же самое. Что это за фигня? Нафига вот это вот? Ладно, расходники эти. 1, 2, 3, 4. И то, 20 баксов это фигня для этого итема. 3 осколка. Ну, это просто Карл. Ну, уже начинает просто подгорать от этого. Thunder Gift. Нифига себе. Просто нифига себе. 100 кулаков на халяву. Ну, в принципе, это обновленный. Плюшки здесь, как обычно, не меняли. Они нафиг никому не надо. В общем, печаль. Одним словом. Поехали дальше. Поехали на немку глянем, что там интересного. Ой. Да уж. Однако. Как хорошо с кофе. Я этого ждал. Так, немочка в своем репертуаре сутки. Какие-то акции поменялись. На других, кстати, серваках, ребят, поотменяли то, что было. То реально был бах, и некоторые ребята там нормально в первые минуты нафигачили. Сейчас, может, зайдем на этот, на Тайвань покажу. В общем, халява прошла. Кто успел, тот успел. Так, что по ивентам? Пират складным. Ну, все тоже, ничего не меняли. У них сейчас праздники. Они нифига менять не будут, короче. Нифига себе, дуэлянт. Просто прет. Вот такой вот мне надо маркет. IGG, вот такой вот на Ивазке мне надо маркет, чтобы были скины героев. Просто жесть. На английском сервере, ну, это позор.
Да просто позор, такое добавить, я не знаю. Ну, я бы просто постыдался. У тебя акции на рынке просто за двадцатку топовые, и тут за двадцатку вы лепите третью, даже четвертую часть от пака. Ну что за логика? Где эта логика вот IGG? Вот давайте я буду вам создавать акции. Короче, что-то реально у них не так. То ли у них Новый год уже давным-давно начался, я не знаю. Просто трэш какой-то. Так, Тайвань, в первую очередь... Блин. В первую очередь бежим, смотрим акцию. Как поменяли все-таки? Это просто был фейспалм, самый настоящий. Вот 6 часов сделали, точно так же, как и на всех серваках. Просто тупо трэш. Кто успел, то, конечно, получил плюхи. Я тоже собрал плюхи. Ну, просто пипец, ребят. Что я могу сказать? Так. Что тут интересного? Дороговатый, кстати, сервак. Но четвертая карта уже намного дешевле. О, наборчик за один сам, нифига себе. Это что, в честь чего? Посмотрите, какой офигенный набор. Красавчики, однозначно красавчики. Еще и классный наборчик. Вот это я понимаю, подарок. Хоть какой-то подарок подгон. Поехали на русский сервер. Сделаем утреннюю угадайку. Канал у нас будет сегодня обеденный. Вчера я что-то перестарался вам с видосами. Надеюсь, вам понравятся они. Такс. Пока пойду найду видос. Так, найм редких героев, разбей снеговика, кузница, фигня, зимние радости, все понятно, временные награды, нифига интересного, нет, парящий остров. Кстати, на Айсе я с утра заходил. Ладно, потом уже сделаю, собери сам. Ну вот смотрите, собери сам русский сервер. Вот, по 100 сундучков. Почему нельзя такое сделать на английском? Просто это какой-то бомжатский уже сервак. Нифига себе, ну что это? 50 осколков обушки, отлично. Че, жалко, что не вчера. Еженедельку разыграл, это не было вчера. Ну, такое тоже. Но английский это просто, вот, я не знаю, просто самый трэш. Так, что по рынку у нас? Себе. Так, иду я смотреть видос. Ой, блин, сколько я вчера видосов запилил. Так, по-моему, крутые акции среды, если я не ошибаюсь, да. Это у нас было U2. Я, кстати, ребят, позначаю уже видосы. А вот где вы видите решеточку и буквочку U, это видос, который будет участвовать на следующий день в утренней угадайке. Поэтому все зависит от вас. Так. Это вот просто нереально интернет тупит. Я не знаю, что надо будет пересмотреть. Поменять роутер обратно. Это жесть какая. Так.
Вот отлично. Вот начали вы нормально писать комментарии правильно, и реально все good. Так, есть моя сонная рожа. Сегодня она тоже сонная. Так, ну, в общем, комментарии есть. Все открыли. Да, отлично. Так, все, поехали. Поехали, жахнем. 150. Чик. Атлант. Сейчас посмотрим. Ну, это реальный шанс, если кто-то, конечно, угадал. Это реальный шанс выиграть кого там из одного. Барт, Зефир, либо Мэри. Ну что, никто ни Атланта не угадал? Да ладно. Шаман. Я по шаману посмотрю. Шаман. Зеленая слизнь. Шаман Тритон. Оборотень Кенди. Шаман Тритон. Ледяной дьявол. Ведьма. Шаман Бочка. Рядом, рядом, ребят. Друид. Вот реально сегодня вот. Чем мне нравится, что очень много ребят, ну очень близко бывает. То есть сегодня очень много ребят написали по одной лиге. Она по сути выпала. Правда немножко не та. В общем, для этого этот конкурс чисто каждое утро проверить удачу. Может кому-то и повезет. Я надеюсь на это. Есть ребята, которые уже выигрывали, но они выигрывали обычных синь-зелень. Там попроще. Но вот здесь, конечно, надо больше удачи. Ну и, соответственно, плюхи круче. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.